Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр retail.ru на выставке Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Зовут меня Сергей Платицын, я управляющий директор Союза торговых центров России, Беларуси и Казахстан. Подскажите, пожалуйста, вы были сегодня спикером нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, какие темы поднимались, какие были интересные злободневные вопросы? Ну, основная тема, которую мы поднимали, это особенности арендных отношений в постковидный период. Это особенности новых арендаторов, новых вакантных площадей, безопасные торговые центры и особенности учета трафика и его колебания в ту или иную сторону. Ну и плюс еще я рассказал о наших планах на будущее и то, что мы сделали уже за предыдущие полгода. Очень интересно, очень много людей, кто были у вас на бизнес-сессии, но огромное количество людей посмотрит нас потом в интернете, поэтому тезисно хотелось бы, может быть, ваше выступление тоже услышать. Ну, смотрите, значит, на планах. Ну, во-первых, мы будем на следующей неделе на выставке Крокус Экспо Мапик. В июле мы проводим обширные мероприятия в столице Беларуси, в Минске. В июле же в конце месяца мы проводим большое мероприятие. Сейчас пока выбираем место, это будет где-то около Москвы, либо это будет яхт-клуб, либо будет одна из усадьб нашего вице-президента, где, ну, как правило, собирается 300-400 человек, участников со всего рынка. Вот. Это о планах. Да, то есть можно посмотреть у нас в Фейсбуке, в Инстаграме. У нас каждый месяц по 2-3 мероприятия разных проходит, тематических. Более того, что касается, например, самого Союза, мы сейчас создаем рабочие группы, которые помогают торговым центрам избегать закрытия по антиковидным правилам. Роспотребнадзор, знаете, жестко сейчас с торговыми центрами. Несколько торговых центров, благодаря нашим усилиям, совместным усилиям и с государственными органами, нам удалось избежать закрытия. Где-то мы не смогли, но мы работаем для того, чтобы и девелоперы, и руководители торговых центров понимали всю важность обстановки и сложившейся задачи, которая легла на их плечи. Также в момент нашей сессии наш эксперт Павел Люлин рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы безопасные были объекты. И наш партнер, компания Vatcom, рассказала об особенностях учета и колебаниях трафика в торговых центрах. Надо добавить, что трафик растет. Это замечательно и отрадно это слышать. Поделитесь впечатлениями о выставке. Может быть, вы уже смогли посмотреть участников нашей выставки. Может быть, какие-то интересные стенды вас заинтересовали? Ну, я встретил очень много знакомых из своей деловой сферы. Всем передаю им привет большой. Тем, кто не пришел, рекомендую в следующий раз прийти. Ну, хочу сказать, что такие мероприятия, как бы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мое мнение такое: если кому-то не нравится, то надо говорить так, что есть к чему стремиться. Вот, когда уже все хорошо, ну, это скучно. Спасибо большое за интересное общение. Надеюсь, до встречи в следующем году. Всем хорошего дня, всем хорошего мероприятия. Приходите в Крокус.